Как описать местоимение? Я разработал карточку. Вот форма местоимения. Нас. Вот Асмат здесь описано полностью. То есть сама форма без санхи, русский перевод, источник, форма по Жерару, вот в файле SL, SL есть tab SL pronouns, можно здесь Ctrl F Asmat, вот у нас все формы этих самых Asmat'ов, наберем, например, и копируем себе все эти формы и прорабатываем их для каждого из них. То есть смотрим, значит, вот полная запись. Идем в корпус. Query. Asmat. А, вот. Значит, пример того, когда Жерар записывает иначе, чем Оливер. Так, возьмем тогда более простой пример. Стадом. Вот. Все формы стадом. 31 форма. Вот. Значит, смотрим. Тат. Смотрим. Большая статья, долго грузится. Нам часто ее грузить не надо, поэтому это не проблема. Nominal Forms. Nominal Forms. Значит, мы здесь не видим, где именно здесь. Там, там, там. Здесь не видно. Но здесь написано, например, Tesham Genitius Pluralis мужского рода. Итак, например. Спирали с мужского рода. Вот. Клацаем сюда. Опускаемся вниз. Значит, на русский язык Айтарея Брахмана не переводилась. Поэтому да и тут огромные предложения. Не предложения, а просто простыни. Это не про нас. Вот. Мы смотрим в первую часть. Атхарваведу. Вот у нас часть ее оцифрована. Еще проще с Ригведой. Чандоги переведена, но в удобном формате не оцифрована. Вот, поэтому можем опуститься, например, к значит, посмотрите Махабхарату. Махабхарату, значит, например, третью книгу. Вот. Берем, значит, третью книгу, идем в параллельный корпус, Махабхарата, третья книга. Почему я не взял первую книгу? Потому что я переводил Кальянов, там есть нарекание. Натешан. Скопируется больше, чем надо. А нет, хорошо скопировалось. Не будет ничего недостижимого. Вот. Значит, а как нам процитировать это место? Нажимаем на цифру. Не сработало. Не сработало. Почему не сработало? В общем, получается
184 страница. Начали мы с плюралиса, закончили мы значит в санскрите у нас плюралис, а для красоты перевода Васильков перевел сингулярисом, ну то есть давайте возьмем несколько примеров. Один буквальный, а другой вот так, как, то есть, как здесь. То есть, что по факту грамматически плюралис, а в переводе сингулярис. Ну, например, так. Вполне распространенная ситуация. Значит, у нас пишем. Вот. Источник можно перенести на первую строчку. Ну вот так выглядит, пожалуй, полное описание. Значит, не все у Жерара выглядит одинаково. Вот с этим османом мы тоже столкнулись. В общем, бывают сложности. Надо смотреть. Возьмем какой-нибудь другой случай, например, тасмин локативус, или тасьям локативус сингуляры женского рода. Итак, смотрим. Идем назад. Снова страница какое-то время будет грузиться, потому что этих местоимений очень много. Сингулярис женского рода. Мы можем заглянуть в две наборы. Да. Ну, например, всем супер. На нее. Значит, уселись два мужественные орла. Так, значит, рыбы, да? Ну вот, как-то так. Так бы я обработал все местоимения всех форм 675, но далеко не все будет представлено в русских переводах. Будем смотреть, что с этим делать. Спасибо.